Начал совещание начальник медико-санитарной части 135 Алексей Азаренков. В ходе своего доклада он отметил, что в отделении скорой медицинской помощи произошло кадровое пополнение. Организации удалось дополнительно привлечь новых фельдшеров. Таким образом, у нас было 8 человек на скорой помощи, прибыло еще 7 человек. Поэтому сейчас у нас практически все дежурства укомплектованы полноценными бригадами. Системы жизнеобеспечения Десногорска работают в штатном режиме. Нарушения и дефекты отсутствуют. Продолжаются работы по благоустройству преддомовых территорий и дорог общественного пользования. На совещании Комитет по культуре анонсировал свежую фотовыставку. 16 августа по 16 октября стартует выставка фотографий Валерия Пугачева «Десногорск 70-х, 80-х годов», посвященная юбилею города. Торжественное открытие состоится 16 августа в 15:30 в выставочном зале первого микрорайона ТЦ «Феникс», второй этаж. Справки по телефону 333-49. Стало известно дата и время торжественного открытия детской игровой площадки возле фонтана. Открытие состоится 16 августа в 14:00. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.